Всем привет, меня зовут Лера, и сегодня я снимаю видео, как я иду на океан. Я говорила, что я буду снимать мой дом, но так как мы уже через неделю уезжаем оттуда, и мы уже сняли дом другой на год, поэтому я следующий дом вам покажу. Этот не буду показывать. Недавно я ходила к кенгуру и пеликану. Сейчас я дойду до океана и продолжу вам рассказывать. Мне осталось немного дойти. Я недавно видела фургон с мороженым. Он подъехал, начал звонить колокольчик, выбежали дети, начали покупать мороженое. Жалко, что я не успела. Родители как раз в магазин уехали. Недавно было холодно, ну как холодно, 25 градусов, и был дождь. Вечером была молния, прям где-то дня три подряд. Сейчас опять жарко, ну это еще не так жарко, сейчас где-то градусов 30. Вчера я видела огромную медузу, которую вынесла волна. Прям она была очень большая. Если сегодня они будут на пляже, я тогда вам покажу. Там стоит мужчина, который детей переводит через дорогу. Я не люблю, когда меня переводят через дорогу, ну ладно. Меня перевели через дорогу. Оказывается, это была тетенька и дяденька. Вот. Ну, просто я же не знаю там хорошо язык. И они что-то мне говорят, и я такая, что они говорят. Ну, я что-то понимаю, но чего-то нет. Осталось чуть-чуть, и я сейчас дойду. Я сейчас вам покажу гранат, но он еще не вырос. Но он уже начал краснеть. Но он еще маленький, его еще срывать нельзя. Вот. Самое главное его сейчас найти. Он где-то тут уже рядом. Сейчас я вам его покажу. Ну, мне кажется, я шла, как и говорила, минут 15. Ну, я дошла. Сейчас я зайду на пляж. Вот такой вот пляж. Я сегодня уже купальник сейчас не взяла. Сейчас я подойду к берегу, если там не друзья будут. Ну вот, я дошла до берега. Сейчас я посмотрю. Вроде сегодня нет медуз. Их, наверное, смыло. Но они очень были большие. Одну мы выпустили, а одну мы не смогли вытащить, потому что она была слишком большая. И на этом мое видео заканчивается. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм, на мой аск. Там вы можете задавать любые вопросы. Ссылки в описании. Всем пока!